Стали известны подробности крупного пожара, который накануне вечером произошел в деревне Лубня Смоленского района. Как сообщает пресс-служба МЧС, примерно в 7 часов вечера в пожарную охрану стали поступать звонки от очевидцев, сообщавших о возгорании в кафе. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты из Смоленска и Смоленского района. К моменту прибытия спасателей огонь охватил более 600 квадратных метров кровли двух строений. Кроме кафе, он затронул соседний магазин. Также перекинулся на двухэтажный офис на административное здание. Пожарным подразделениям понадобилось менее часа, чтобы локализовать огонь. На полную ликвидацию пожара ушло 2,5 часа. Огнем повреждено здание кафе, у магазина сгорела кровля, частично внутренние помещения. У административно-офисного здания повреждена кровля и также частично второй этаж справа от кафе. Общая площадь повреждений составила около 900 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Сейчас проводятся экспертизы для установления причин возгорания. Рассматривается несколько версий произошедшего. От неосторожного обращения с открытым огнем при приготовлении пищи до нарушения правил эксплуатации электрооборудования.